Сегодня в результате взрыва была уничтожена одна из крупных больниц в Стамбуле. Простите, что не спасла вас. Эбби, ты слишком эмоционально вовлечена для этого дела. Я должна лично задавать вопросы, глядя им в глаза. Там с террористами воюют их методами. Об этом никто не должен узнать. У нас тут все очень просто. Из камеры не ногой ходишь в очко. Я говорю есть, ты хаваешь. Ты назвал Хэтчета. Это он? Лучше вам не сталкиваться с этим психопатом. Эбби, они везут нам Хэтчета. Мы его нашли в Анкаре, как ты и говорила. Твою мать! Руки вверх! Еще один труп! Стоять! Не двигайся! Кому сказал? Стоять! Брось нож! В первый раз я узнал о Хэтчете, когда он убил троих агентов. Он им всем срезал лица. Мы зовем его Шедим. Демон. Блокировка цитадели начата. Весь персонал, код красный. Осталось 60 минут. Да чего? Дрон сотрет это место с лица земли. Это самый опасный человек в мире, и я знаю его лучше всех. Напоминаю, что счет пока 5-0 в его пользу. Осталось 30 минут. Мой муж. Моя дочь. 186 человек погибли. Ты не лучший кандидат на эту работу. Отмените атаку дрона. Я пережила все это, поскольку знала, что найду тебя. Сегодня все кончится. Координаты цитадель.